Есть люди, для которых гражданская позиция и помощь сотрудникам отдела в той ситуации, которая сложилась 14 декабря, это порядок нормальных вещей. В районе 23.00, проявив бдительность, жители квартиры номер 2 по улице Чекалина, дом находится на Самбеке, увидев глазок незнакомца, который в подъезде дома находился не один, при нем находилось гладкоствольное охотничье ружье «Сайга» с патронами, из патронов патронники. Проявив бдительность, позвонив членам семьи, маленький наш герой Денис Кавилашвили поднял всех по тревоге. И в конечном счете группой немедленного реагирования, ответственными от отдела руководителями, был осуществлен мгновенный выезд, задержание. За активную гражданскую позицию в деле борьбы с преступностью и помощь, оказанную отделу МВД России по городу Новошахтинску, задержание опасного вооруженного, ранее неоднократного судимого преступника, благодарностью начальника отдела награждается Кавилашвили Георгий Ревазович. Кавилашвили Денис Георгиевич. Это для футбола. Он еще занимается боксом и борьбой. У нас еще перчатки, борцовки и все остальное. Поздравляю.